Всем привет! Для выездов на природу решил себе сделать такой простенький набор, который называется вилка-ложка. Заранее нарисовал чертеж, купил в магазине самую дешевую вилку с ложкой по 20 рублей. Так что приступаем. Потребуется три вот таких вот заготовки, две одинаковых и вставка вот такая вот зигзагообразная. Верхнюю я буду делать из текстолита, среднюю буду делать из дюраля. Отпилил две заготовочки, теперь нужно разметить это все дело и уже вырезать в нужные мне размеры. В центр решил поставить именно дюральку, потому что у нее как раз толщина и с ложку, и с вилку, а текстолит немного шире. Также сделал небольшой скос и снизу, и сверху, чтобы удобнее было выдвигать и задвигать ложку, чтобы она была не под прямым углом изогнута, а чуть-чуть в наклончик. Ну вот, все три заготовочки готовы. Чистовую обработку я уже буду делать после того, как соберу ложку-вилку в одно целое. Теперь можно прикинуть длину и отпилить саму вилку и ложку по такой длине, которая вам нужна. После того, как отпилил, нужно разметить и просверлить пару отверстий в ростовиках вилки и ложки. Так вот уже такой результат получается. Думаю, вот эти вот нюансы, как сверлить, я показывать не буду. Скажу, что клепать я буду на обычные алюминиевые заклепки. Также это можно сделать с помощью каких-нибудь винтиков тоненьких. Мне почему-то больше захотелось именно использовать заклепки. Так что сейчас засверлю все отверстия, немного это соберу все в кучу и покажу, что буду делать дальше. Теперь нужно это все дело заклепать. Предварительно немного надо снять фасочки, чтобы утопить вот эти вот шляпки. Сперва чуть-чуть раскрепаю корпус. Сильно не буду, так маленько, чтобы зафиксировать. Ну и маленько, когда расклепал, сразу же вставляю ложку с вилкой. И также их маленько подожму сейчас, чтобы не сбить соосность. А потом уже начну их выгибать и доделывать. На гриндере чуть-чуть скруглил края. Этого делать не обязательно, можно просто все обработать наждачной бумагой. Остается теперь загнуть и вилку, и ложку, чтобы они зашли вот в эти вот прорези и плотненько прилегли к нашей ручке. Берем плоскогубцы и чуть-чуть выгибаем. Ну и вот в итоге что получилось. Обычная вилка-ложка, которая стоит в магазине 650 рублей. А у меня на нее ушло где-то 1,5 часа времени работы. Ну и потратил на ложку и на вилку 40 рублей. В принципе, для похода очень легенькая. Намного легче, чем продают в магазинах, получилось. Ну и сейчас я немного еще доработаю саму ручку. Сделаю более гладкой, полирну войлоком. Как вы только что убедились, абсолютно ничего сложного в изготовлении нету. И буквально за час, за полтора работы, если не бояться это делать, у вас появится вот такая вот вилка-ложка. Ну и, собственно, после полировки вот что у меня получилось. Так скажем, готовый результат. Я думаю, довольно неплохо. Вот, пожалуйста, обложечка. Сложили. Открыли. Вот вам, пожалуйста, вилочка. Надеюсь, что это видео для кого-то было полезным. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока и до новых интересных видео.